Всем добрый вечер. А у меня сегодня вот что. Рыбка кита стушила в этой пакете авиагриле. Здесь, короче, приправа и лук. И больше ничего. Ну, рис. Вот такой сегодня у меня будет ужин. А делала я вот здесь, вот на этой делала. Ага. Арчи. Арчи. Чё ты? Но сейчас открыть надо. Так получилось. Вкусняшку сделала. Короче, рыбные у меня сегодня. Ужин. Запеченная рыба. Еще надо это, яйца что ли отварить? Да, яйца надо или пожарить, или отварить. Так, а что можно золотать, да? Бац. Все, что. Так вот сделаем. Такая вот получилась. Вкусняшка получилась. Так, мы сейчас наложим себе. Ой. Так, рису. И вот эту, надо сейчас взять ее. А, вкусняшка. Так вот, побольше луку. Два кусочка. Вот так вот. Приятного аппетита. Я думаю, можно же еще и горошек положить. Горошечек. Вот так вот, да? Чтобы красиво было. Горошечек, вот. Ну вот. Я все-таки пожарю себе яйцо. Пожарить себе яичко. Добавили, короче, жареное. Так вот. Сегодня целый день ничего не делала. Вот тупо ничего не делала. Утром съела, как бы сказать, винегрет. Целый день ем винегрет. Один винегрет ем и больше ничего. Даже без черного хлеба. Кстати, вообще хлеб сегодня не ела. Угу. Вот. Да. Сарчи лежали. Телевизор. Даже на
улицу сегодня не выходила. Ничего не делали, да, вообще, а? Что ты делал? Ты-то сегодня ходил на улицу? Да? Ты сегодня был же на улице? Был на улице. Много раз. А мама даже не выходила. Я сейчас включила фильм и досматриваю, потому что надо, хочу сегодня лечь спать в 11 часов. Я мужу говорю, все, переходим, короче, спать в 11 часов, начинаем ложиться спать. 12 уже нужно, чтобы храпака давать, ага. Он смеется, ну, ага. Как ложились в 3 ночи, так и ляжем в 3 ночи. Ну, то бишь я, а может быть он-то раньше может ложиться, а может быть он даже и под утро ложится, ага. Вот. А вообще, сказали, полезно спать с 11 до 3 ночи. Вот надо вот этот сон, чтобы был. Чтобы человек спал. Угу. Ну, сегодня решила. Посмотрим. Завтра я вам скажу, во сколько я легла спать. То есть заснула во сколько. Ага. Ой, я же жарю, я же забыла. Ну, что я жарю. Забываем. Памяти нифига. Нифига. Стою, болтаю, а там уже сковородка нагрелась. Но. Вот так вот. Сегодня день идет. Сейчас скоро будет 5 часов, наверное, 5 или 6. Все. Сейчас поужинаю я и все. Ну и буду водичку пить. Угу. Такие вот дела. Вот. Пожарила себе. Такой вот. Что там, Арчи, пускаешь домой? Зашел домой. Ты все? Ты дома? Набегался, наорался? Ладно, мама будет смотреть кино. Всем приятного аппетита. Пошла к соседке. Поболтать чуть-чуть. Вот. Благо. Ой. Ой. Здесь рядом. Живем. Ну. Раз. И пришла. И пришла. Такие вот пироги с котятками. Ой. Привет. Здорово, сосед. Чего, поймал сегодня что-нибудь? Ой, охренеть. Да? Ну-ка, похоже. Ты снимаешь? Да, ну-ка покажи. Ого! Это ленок? Это судак. А, судак? Да. Такой он. Еще вот такой. Ну-ка. Вот все сегодня. О, какой большой. Ага. Три судака, короче, и щука. И щуку. О! И щука, щука. Ой! Тут-тут-ту! Тут-тут-ту тебе! Так мне нужно уходить. А? Вот видишь, как хорошо. Эй, вы! Красотки!
красотки. А? Чего мы встречаем, а? Эй, ты, красотка, красотка. Ай, ты красоточка, ай, ты красоточка, маленький. А, Лен, ты сказал, свет отключил. Правильно, блядь. Блин, не успела. Они залезли, короче, туда. Угу. Внутрь. Сапог. Что-то нюхает туда. Яша! Все, иди заново, лезь в мой сапог, быстро. Лезь в сапог мой. Яша! Что там делаешь? Блок своих жрешь? Короче, орал, короче, психанул, блин, и давай. Не пускает его на улицу. Надо же, злость, да, свою. Фома, а? Ты чё? Чё у тебя случилось? А? Чё случилось? Что ты там нюхаешь или облизываешь? А? Да там шкура крепкая, поэтому он это... У судака вообще шкура крепкая. Докопались до моего, до моих это... Ты там не пропусти их! Я как не приду, они это к моей обуви играются. Мать твоя женщина. Короче, они атаковали мою обувь. Ты там не прокуси мне, а то будет потом течь. Все, мама пришла домой. Пришла мама домой, да? На, вот тебе даем. Вот тебе вкусняшку, на. Ой, тебе вкусняшечку, на. Ой, как радуются вкусняшечки. Ой, как нравится. Ой, ти-ти-ти-ти. Ну, что ты так? Обратно дыхание сперло, да? Угу. Все. Мама пришла, наболтала с соседкой. Давай, на. На. Вот так вот. Арчи, что, спать будем ложиться? Я не могу, боже мой. Я все равно ложусь сейчас в 3 часа ночи. Не могу. 3 часа ночи. Все, мы ложимся спать. Я выключила компьютер. Все, мы легли с Арчи спать. Все, вон он пришел к маме. Сейчас все, ложимся спать. 3 часа ночи. Скоро четвертый час пойдет. Ага, да, мой сладкий. Вот так мы с мамой спать ложимся. Мы с ним и те, как его, как называется, совы. Совы мы с тобой, да? Мы совы с тобой. Ай, ти-ти-ти, маленький такой. Ай, ти. Все, сейчас бай-бай будем. Бай-бай будем, да, солнце мамино. Ну ладно, всем спокойной ночи, до завтра. Так что... Не получилось у меня лечь в 11 часов вечера. Все, все, спать, да, 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 Арчи, спать, да. Поцеловал маму, да, все, поцеловал, все, спать, да. Всем доброе утро. Только камеру открыл, это, телефон взяла снимать. Муж сразу убежал. Убежал, ага. Да, Арчи, убежал.
Чтоб на камеру не попасть, да? А вон он, вон идет. Ну. Да, Арчи. Всем привет. Мы сегодня встали. Во сколько, Арчи, мы с тобой встали? Ты сегодня в 10 захотел на улицу. Разбудил меня, чтобы в туалет сходить. Я его отпустила и дальше легла спать. Ну, проснулась где-то, наверное, 12. Проснулась в 10 и 12. Но... Вот. Легли мы, как всегда, 3 часа. Да, Арчи? А? Красотка. Короче, вот так вот легли мы. Сегодня последний день отпуска. Последний день отпуска. Да, Арчи? Ну, а я сегодня вчерашнее поела рис. Рис съела и это рыбку, киту тушеную. Тушила я ее. Угу. Да, тушили мы ее. Я уже рыбу, конечно, уже не жарю. Жареная мне нельзя. Ну, тушеное можно, да, Арчи? Можно и тушеное. Ой, ну, вот что такие дела. Переключусь я на другую. Не видно, что я там снимаю. Ну, вот. Ой. Арчи, а Арчи, а Арчи. Ну-ка, давай, пошелкаем. Мама что-то шелкать хочет. Я хочу шелкать. Пощелкать. Этот фундук пощелкать хочу. Ну. Ох, я сейчас покажу, как я щелкаю. Потом пальцы. О! О! Орудие у меня. Сейчас ничего, пальцы не болят, а то я вот так. Как ударила по своим пальцам, блин. Ай. Вот так и щелкаем. Арчи такие не любит. Ну. Так, сюда. Сейчас я побью их. Арчи, ты это не ешь. Вот. Штуки 5. Такие их надо. Ой! Ой, вылетело, Арчи. В глаза прячь. Ты что? Надо подобрать. Сейчас еще. Еще. Так, жди. Пощелкаем сейчас. Еще молоток такой у меня. Надо было, не могу найти поменьше молоток. Тут стоит. Че стоишь? А? Че? Это не грецкий орех. Ладно, я тебе один грецкий орех дам, Арчи. Угу. Грецкий орех ему нравится. И нет у него аллергии на него. Слава богу. Ой, что такое? Да. И нету аллергии. Вот. А то написали, что может быть у них аллергия. Слава богу, ничего нету. Арчи, не стой здесь, видишь, вылетает эти. Ой, 2 пустые попались. Все последнее. Все последнее, все. Так, ну-ка, где попадало? Раз. Арчи, где?
И один грецкий орех надо ему. Грецкий орех. Да что-то он такой старый, ярче попался. Надо тебе свеженький. Ладно. Чем мы сегодня будем заниматься? Арчи, ничем. Сегодня будем ничем не заниматься. Ничем. Сейчас покажу вам, как он ест. Подожди, располовиню. На, бери. О. Ну ты ломай его, он ломать не может. Ну давай я сломаю. Подожди. А че? Обязательно тебе на мелкие кусочки надо, да? Подожди. Ну, а ешь. Вот так вот грецкий орех он ест. Только на мелкие кусочки надо ему поломать. Тогда он ест крупный, не ест. Зубки слабенькие, не может. Даже это мясо режешь, рыбу на мелкие кусочки ему. Все на этом хватит, все. Так он нализывает игрушку. Показывай, как ты нализываешь игрушку. Ой, да. Всем приятного аппетита. А я собралась ужинать. Здесь у меня горох. Лист и яйца. Вот. 6 часов. Такой ужин. Без этого хлеба. Вот. Так что всем приятного аппетита. И мне приятного аппетита. Угу. Да, Артя. А я хотела рыбку. У меня рыбка оставалась. Запеченная. А оказывается, ее уже нету. Муж съел мою рыбку. Вкусно ему показалось. Ну ладно. Значит, мы без рыбки. Угу. Завтра тоже надо что-то придумать, сварить себе. Я, наверное, тоже еще раз запеку рыбу. Но у меня рыба есть, наверное, я завтра запеку щуки. Да, и щуки запеку. Угу. В рукаве.
запеку. Ну, как-то так. И рис сварить надо. Мультиварке рис. Мне рис не надоедает. А Андрей не любит такой рис есть. Просто гольный один рис он не любит. Ему надо или плов, или это приправу. Приправу этот, такую, как его. 12 овощей соленая. Угу. Он ее заправляет. Соль туда не кидает, а вот эту приправу. А эта приправа соленая. Там гольная приправа. Вот мне вообще не нравится. Он чуть там 2 ложки ложит. Из-за него я приправу перестала есть. Не люблю приправу. Лучше морковка. Лук и этот укроп. А укроп он не ест, а я ем укроп. Ну, так вот. Ну. Такие дела. Сегодня надо попытаться лечь пораньше. Потому что завтра рабочий день у меня. Все. Рабочий день наступает. У меня глаза слезятся. Ресницы внутрь стали расти. У моей мамы ресницы внутрь растут. Смотрю, у меня начали расти. Мешается прям. Ну. Ну, такие дела. Ладно. Всем пока. До новых встреч.